Отпускать в небо голубей в день последнего звонка – эту традицию в школе номер 17 соблюдают на протяжении нескольких лет. Символ мира и добра они взмывают в небо, как выпархивают из школы ее выпускники. От корпорации ВСМПО «Ависма» кадетов приветствовали директор по управлению персоналом Андрей Петренко и начальник управления по подготовке и развитию персонала ВСМПО Сергей Савицкий. Под звуки российского гимна прошла торжественная линейка, по окончании которой в актовом зале прошел концерт. Оригинально к традиционной части праздника последнего звонка подошли выпускники 9 классов школы номер 6. В качестве сюрприза для своих учителей они подготовили слайд-шоу, которое презентовали как галерею прекрасных дам. В главных ролях, конечно, любимые учительницы. Самая прекрасная Марина Павловна. Самая совершенная Нина Александровна. Самая волшебная Татьяна Александровна. Концерт в 6-й школе прошел как на одном дыхании с театрализованными представлениями, розыгрышами шуточных сценок, в основу которых легли сюжеты из школьной жизни и, конечно, с песнями. Сейчас перед выпускниками стоит задача номер один – сдача выпускных экзаменов. У них есть еще неделя на повторение формул и правил и на то, чтобы определиться с выбором дальнейшего пути. Но пока ни пуха, ни пера. Они для нас останутся такими, какими мы их видим в этот раз.